Дни с 31 декабря по 9 января для сотрудников ЕДДС прошли в ударном темпе. Диспетчеры работали круглосуточно. Были разные чрезвычайные происшествия, в том числе и форс-мажоры на системах жизнеобеспечения, порывы и прочие коммунальные невзгоды. У нас зафиксированы отключения и тепла, и света, и воды. Также у нас были переполнены канализационные колодцы. В общем, все праздники прошли у нас ударно. Зафиксировано 6 пожаров, слава богу, без человеческих жертв, но с потерей материального имущества. Также были зарегистрированы дорожно-транспортные происшествия, 4 пострадавших, 3 из которых госпитализированы. Город жил плодотворно, люди отдыхали, мы работали на чеку. В общем, для нас это были довольно жаркие дни, что даже не характерно для обычных рабочих моментов в нашей работе. Всего за это время на пульт дежурных поступило более 5000 звонков. Из них 400 – это вызовы скорой, полиции и пожарных. Так, например, в частном секторе горели бани, хлев, трансформаторная подстанция. Напомним, сообщать о различных авариях в сфере ЖКХ лучше по номеру 487-21. А если есть угроза человеческой жизни, то смело звоните на короткий номер 112. Желают, чтобы не было повода их набрать, Олеся Петровичева, Владислав Кириченко и вся телекомпания «Соль ТВ».